Добрый день. Держи камеру. Проходите дальше, по кругу проходите. О, А6 оказывается. Мордор. Боевая машина пехоты. Мордор. Какая прелесть! Пардон. Горелым пахнет. Такие колесики. Абрамс. Это вы недавно, да, подбили? Вот на, буквально там. 7 хана здесь. Неделю назад. Какой пулеметик. И еще пулеметик. Катки люмин. А кто его таким чёреньким покрасил? Куда попасть? Можно? Нормально. Клиент? 90 раз. Ты где? Спасибо вам большое. Ну, много очень людей, но все равно мы попытаемся вам показать всю технику, которая была сделана на Украине, в Киеве. Какая уродливая железка. Стоять.
здесь ей будет лучше. Наймаем машину пехоты. Я так понимаю, будете над этим работать, да? Тесновато. Не подойти, не пройти. Мсье, жульманш пассажир. Кенгуру. Что это за кенгуру? Как-то неудобно на ней кататься. Когда я был маленький, я думал, что это штык. А разве можно? А разве нельзя? Это у нас зенит. Женщина, по-другому с нами поедет. Нескончаемым потоком. Thank you.
Спасибо большое. Пройду и потом мою мою, да. То, что вам тоже смысла нету там останавливаться, сейчас не куда я себе пойду. Все, давайте, удачи. Думаю, куда это? В труху закинуть. Что, Южная Африка, что ли? Мамба какая. Мамба-юмба. Ну, ЮАР, поэтому мамба. О, как, вот ты какой Байрактар-то. Молодой человек, на всякий случай медаль местами поменяйте по статусу. Да? Угу. Понял. Ну, в общем, все в том же духе. Сейчас, вот это сфотографирую. Погоди. Вот тут наши американские партнеры. Я вот слово эвакуационное выговорить не могу. В общем, тут достаточно тесно. Выходная пробка. Хохломобиль. Как они их тащили?
как видит обычно. Мой дедушка, по-моему, такие. Это выше хорошо. Ну все, у меня рука устала. Спасибо за внимание.